Так. Опа! Дорогие друзья, всем привет! В общем, захожу я на свою основу, открываю сундук и думаю, не буду подрубать запись. Как всегда, ничего интересного не выпадет, а вот и нет. Как хорошо, что сохраняется сундук при закрытии игры. Я специально не проверял, какая будет последняя карта. Вот, Лего. Я специально не открывал, я не знаю, какая Лего будет, но... Интересно, знаете ли вы, какую я Лего хочу? Я прям вот сейчас думаю о ней, вот попробуйте прочитать мысли. Вот я хочу, чтобы это была именно она, вот именно она. Вот давайте, я сейчас назову эту Лего, а вы попробуйте до того, как я назову, угадать. Вот напишите в комментариях и поставьте лайк, если угадали. Это Пламенный Дракон, и я даже в конце, вот, последней недели, я вообще прям так там переживал, что-то придумывал, чтобы его докачать до фула. Я создавал кланы, приглашал людей, я рекламировал, чтобы, ну, вдруг кто найдется с легендарным токеном, кто готов со мной обменяться. Блин, ничего не получается. В магазине он редко падает, хотя сегодня он не выпал в магазине. Там осталось не так много. Давайте, в общем, скрывать. Дело в том, что любая Лего мне нужна. Нужна даже та, которая фул, потому что для обмена леги нужны. Итак, хоть бы это она, прошу, хоть... Ой, да, это он, ребята, это он. Осталось две штуки, ребята, я вас очень прошу, вот у кого есть Пламенный Дракон, и кто готов со мной обменяться, и легендарный токен есть, пожалуйста, свяжитесь как-то, через Богдана, через группу, я не знаю, как угодно. Я буду вам очень признателен. Два дракона осталось. Я честно с ним, ну, не играю, но посмотрите. Ну, посмотрите на мою картину с легендарных карт. Ну, красота ведь. Остался вот этот челик, вот этот и вот этот. Вроде как все. Все остальные уже фул. Ну, вот этого уже докачаю скоро. Дело в том, что у меня очень много легендарных токенов. 8 штук, но я их берегу для какой-то особенной легендарки, которая прям, которую я вот полюблю, которую, возможно, улучшат. Либо новую ведут. Я не знаю, ну, пока нету такой единственной, неповторимой. Вот, поэтому эти 8 легендарных токенов я берегу, но однозначно с вами обменяюсь. Возможно, создам потом клан. В общем, свяжитесь как-то со мной. Ну, а я предлагаю, ребятки, сейчас поиграть в глобале, ведь вчера не было стрима, а сегодня, думаю, я его проведу, но не знаю, на основе или на Хабибе. Я, кстати, еще не чекал магазин Хабиба. Если там сундук фортуны тот, который мне нужен, я обязательно открою, прокачаю карты и запущу сегодня стрим. А стримы, ребята, напоминаю, у меня на другом канале по ссылке в описании. Загляните в описание, там написано «Стримы тут». Переходите по ссылке, нажимаете «Подписаться», нажимаете на колокольчик, присылать уведомления, и все, и сидите, ждете мне мои стримы. Сейчас стримы будут не так часто, буквально несколько дней, возможно, пропущу несколько стримов, просто у меня гости, я сейчас не могу зависать вечерами на стримах, но такое тоже бывает, возьму такой, знаете, выходной себе. Так, блин, заболел я опять, чертова весна, ой, осень. Давайте ставим, короче, ну это голем тоже против меня, по-любому голем, по-любе это голем. Минус мега муха. Так, сейчас вперед он выкинет своего голема. Оу, лол, давайте здесь дракон. Видимо, у него по циклу не было его. Дракон. Оу, молния не убивает дракона. Какая прелесть, я теперь могу спокойно выпустить ведьму. Выпускаем ее. Так, и забрасываем. Ну такое, у него торнадо по-любому есть. По-любому, да? Но надеюсь, что нету. Оп-о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 п. А дровосек-то молодец. Парень-то куда, да? Хоть куда, парень, хоть куда. Так, здесь смотрите. Ну, нормальное начало. Это голем, 100%, без всяких сомнений. Но, наверное, не было у него цикл неудачный, да? Вот если бы у него был цикл удачный, он бы поставил голема, и мы бы начали вот эту зарубу неинтересную. Чей голем дойдет быстрее до вышки, да? Чей голем больше урона нанесет? Кто грамотнее задефается? Ну, я как бы уже тут на подсознательном уровне все выпускаю, как-то не сильно заморачиваюсь, я с големом сколько играю. Я обожаю эту карту, я обожаю эти колоды, раньше не умел с големами, не понимал, но это дорогой, медленный юнит, думал, ну как с ним можно играть? Ну потом, ну на самом деле, за ним строить атаку, как некоторые говорят эксперты в комментариях, ничего сложного нету. Но против некоторых колод все равно думать надо, и если вот грамотно, резко там сделать атаку, то, ну, блин, естественно, не все так смогут, да, вот. ЧСВ, да, что-то попахивает ЧСВ. Так, ладно. О, смотрите, у него уже второй голем.
Так, дракон. Ну, в этот раз просто я не использовал торнадо, но сейчас я его буду использовать. Вот сейчас, смотрите, вот сейчас, прямо сейчас. Дракон, давай, давай спасай, дракон, спасай, давай, спасай, дракон. Poison, 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 срочно poison. Сдохни, 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 мразь, мразь, сдохни. 112 хп, пожалуйста, блин, я слил poison, охренеть. Вот вам и весь, вот вам и весь опыт игры с големом. Проиграл, охренеть. А, стоп, я не проиграл. Ребятки, ребятушечки, а что ж делать-то? Что ж делать-то? Ладно, он, короче, уверенный в себе такой типок. Я не знаю, давайте ведьму, наверное, сливать. Ну, poison буду дефать, а чем мне еще дефать? Типа, давайте здесь poison, а здесь дракон. Ну окей, допустим, ты использовал молнию. Я вот здесь мега-миньона использую. С помощью яда я, в принципе, практически всех его юнитов забрал. Вот мега-муха, конечно, гадина такая. А здесь дровосек. Блин, не, ну вот мега-миньон реально пидор. Вот реально, реально такой еще тот. Так, ну давайте, ночную ведьму. Торнадо, торнадо, торнадо. Опа, такое вот красивое торнадо. Лопнул голем. А чё, где, а как? Да убивайте, блин, что происходит вообще? Почему я проигрываю с големом? Бесит он меня, откуда у него столько эликсира? Давай, 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 родной. Давай, 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 я верю в тебя. Опа, ест, теперь моя очередь атаковать. А то реально он меня заставляет дефаться. Ну нет, блин. Жесть. Вот смотрите, это нормально, что он дефается сборщиком эликсира? Это нормально? Это вообще хорошо? У него что там, эликсир бесконечный, что ли? Ну вот сейчас он по-любому молнию сольет. Блин, надо было подождать. Надо было подождать, чтобы дровосека сразу не выбрасывать. Но в принципе, неплохо. Ну давай, сейчас вот его очередь атаковать, да? Его очередь атаковать. Я, короче, вот так вот сделаю, ребят. Вот так во, вот так во. И вот так вот, смотрите. Вот у меня, в принципе, торнадо, я все равно круче пацан. Здесь вот так вот зап, и пошел ты вон. Ну все. Моя взяла, да? Давай, ну давай быстрее. Да. Хотя, блин. Что-то вообще, а что у него за колода такая, что мне так сложно было, я не понимаю. А, я видел такую колоду, и противник-то тоже неплох. Я потом попробую с этой декой. Блин, вторую карточку слил арбалету, прям вообще, как будто никогда не играл против арбалета. Но на самом деле, там один момент словить, подловить меня. Ну, слушайте, парень-то 6800, нихера себе, чтобы вы понимали. И это 5500 кубков, да, мне говорят, что ты так низко сидишь? Все твои там сидят уже на 5800. Так, блин, а те, кто сидели на 6800, тоже тут сидят. То есть я играю против таких же игроков, как и там на 5800. Просто, блин, они растянулись. Это они делятся на задротов и на лентяев. То есть кто ленится, да, тот сидит еще на 5500. Но со скиллом 6800. А кто не ленится, с таким же точно скиллом, только на 5800. Я думаю, вы поняли, да? Не запутались, нет? Не запутались же ведь? Короче, ладно. Ну, поехали, чё? Поехали. Давай. Три мушкетера, да, значит? Три мушкетера. Окей, окей, let's go. Разряд. Дровосек, ну ты вот, конечно, дурак. Зачем ты агришься на... Это была провокация, не надо было агриться на него. Сейчас будет таран, скорее всего, либо три мушкетера. Я вот что думаю. Я вот думаю, знаете что? Он, скорее всего, будет направо атаку свою делать. Или сейчас сборщик поставит гнида. Сука. Интересно, хватит у меня дури снести его на 3 короны или не хватит? Вот чисто забить на сборщик, забить на все, положить вот болт и пойти на 3 короны, а? Вот ведьма, только, пожалуйста, не агрись, не агрись. Самое главное, не агрись. Окей. Сука, не агрись, я сказал, тупая ты ш... Сука, тупая, ненавижу ее. Ну какая она тупая, ну просто, ну как она могла? Как она могла предать нас? Просто, если бы она сейчас пошла за големом, я вам отвечаю, что это было бы 3 короны, скорее всего. Давай, давай, это и так будет 3 короны. Давай, а так, во, а так, во. Все, ну если бы ведьма сделала все правильно, вообще бы без всяких сомнений. Вообще, ну это было предательство. Это было предательство. Слушайте, давайте попробуем в ТВ-рояль попасть. Давайте попробуем попасть в ТВ-рояль. Главное не заиграться. Так, хорошо. Так, 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 так. Опа!
Ну, слушай, красиво ведь. Блин, еще одну карточку слил, и я не буду вставлять этот поединок выпуск. Я херею, как у меня пропадает голос прямо на видео. Просто... Осень, хватит меня матросить, я уже горло свое не чувствую, правда? Только выздоровел, только поправился, и снова херак. Снова херак, вот прямо сейчас я чувствую, что я заболел. О, как я угадал со стороной, да? Все, сейчас вот все проигрышные атаки вырезаем, победные вставляем, все классно, все, респект. Не, ну я не знаю, там реально был ни о чем поединок, я не вижу смысла его вставлять. Я, типа, ну, проиграл и проиграл, какая разница, по кубкам-то я все равно продвигаюсь. Оу, щит, хорошо, окей, окей. Да, блядь, ну ты чё, не оставил даже никакого саппорта, блин, за големом. Окей, давай, дровосек, ты там наведи шороху. Разряд, да все, давай уже наводи шорох. Все, отлично. Ой, он меня любит, смотрите. Минус вышка, ути-пути. Нормально, против мортиры вообще нет шансов. Точнее, у мортиры нет шансов против голема. Не, хотя с ракетой мортира, да, она нормальная. Но у меня нет сборщика, поэтому, типа, мне не страшно. Единственное, что вот... Ну ладно, окей, так. Вот сейчас надо дефаться, чисто дефать мортиру. Блин, я думал, он будет сливать... Ну как вот сейчас комментировать видос, когда у меня пропадает голос, блин, как? Я извиняюсь, ребят, надеюсь, вам это сильно не мешает, когда я вот... 2700. 2700. Слушайте, а что если на 3 короны его развалить? В принципе... А, ну ракета ж. Да. Не получится на 3 короны. Так, окей, давай. Давай. Оп. Ха-ха, угадал. Так, ну ладно. Налево я забиваю, даже если он мортиру поставит. Ставим голема. И сейчас, короче, будем наносить ему... Будем делать больно. Будем сейчас делать больно и жестко. Так. Ракету мы помним, да, что у него есть, поэтому ставим ведьму и больше ничего толком не подкидываем. Сейчас будем играть от ситуации. У него там, в принципе, ничего такого страшного нету. Практически вся его колода контрится ядом моим. Смотрите, вот накрываем ядом. Вот тут вот чуть-чуть дальше дракона, чтобы ракетой он не попал. Отлично, да? Вот сюда дровосека, точно ракета не попадет. И вот сюда мегаминьон. А попал, короче, ну, по ведьме попал, да? Ничего страшного. Здесь разряд. И все, и пошли на 3 короны сносить. Ну, против мортиры вообще. Ну, хрен выиграешь голема мортиры. Именно в этой связке. Хотя, может быть, и выиграешь. Все зависит, опять же, от цикла, от удачи, от ситуации, как вот с арбалетом было, да? Меня подловил челик. Плюс 32 кубка, короче, почти 5600. За сегодня я провел... Сколько я провел атак за сегодня? Получается, раз, два... Не, стоп. А, раз, два, три, четыре, пять. 5 атак, и с них только 3 будет. 2 не будет. Ну, короче, какая разница? Кубки-то я приподнял чуть-чуть. Приходите на стримы, буду стримить, буду там 5600, ой, 5800, 600 апать. Ссылка в описании на канал, где у меня стримы. А я пошел лечиться, чаек себе заварю сейчас. И ждите, сегодня еще будут ролики. Все, всех обнял, ребят. Пока, до новых встреч.